Чувашская легкоатлетка Алина Прокопьева стала двукратным серебряным призером универсиады, на этот раз в полумарафоне. Алина всю дистанцию в 21 километр 97,5 метров держалась в лидирующей группе. Лишь на последних метрах Прокопьевой не хватило 6 секунд, чтобы стать победительницей. Алина опять финишировала в окружении легкоатлеток из страны восходящего солнца. Бронза тоже у спортсменки из Японии. Я все, что смогла, все сделала. Я рада, что для России я 2 серебряных медали принесла. И для Чувашии.